Здорово, народ! В общем, сегодня такое необычное видео. Короче, сам ничего не могу сказать, в общем, сразу же давайте к нему и перейдем. Кстати, хочу напомнить, что у меня есть свой магазин по метро Рояль в Телеграме. Если что, ссылочку оставлю в описании. Также мой брат снимает YouTube, ссылочки все будут в описании. Ну так вот, сегодня мы с вами будем, можно сказать, комментировать видос, потому что это видос просто, ну, один из уникальных видосов, которые только можно придумать. Да и вообще, кто так играет, я не знаю. И этот человек, не знаю, он играет реально как бы не так уж и хорошо, чтобы все это сделать. Потому что лично я сам бы, наверное, такое провернуть бы, скорее всего, не смог. Ну, может и смог, но на это ушло бы очень-очень много времени. В общем, короче, что говорить, просто переходим к видосу. Итак, ребят, мы находимся на канале Тихона. Что хочу сказать, здесь он будет лутать радиацию. Как вы видите, на нем надета вторая броня. Ну и четвертый шлем. И он будет лутать радиацию, фуловую радиацию причем, будет лутать просто-напросто тупо с четвертым шлемом и второй броней. Вот вы где такое видели? Я вот такого лично не видел. Ну, в общем, давайте смотреть. Кстати, хочу сказать то, что теперь я буду розыгрыши делать каждые два дня, то есть сегодня видео не будет розыгрыша, а завтра будет. В общем, как-то примерно так. Ну, давайте смотрим. Здесь все ускорено, конечно же, это видео с его YouTube-канала, поэтому ссылочка, кстати, на него тоже будет в описании. Если что, кому интересно, заходите. Кстати, смотрите, он встречает человека. И, кстати, он был без оружия. Тупо человек без оружия. Вторая броня, конечно, рисковать тоже не нужно. Но ему реально повезло, то, что человек был без брони. Но что он пришел в шестом сете без брони в радиацию, фиг его знает. Кстати, одну сторону он уже залутал ящиков. Здесь, в принципе, бегают собаки с этим человеком. Не знаю, как он убежал от собак. Просто черная магия бегает за человеком и пытается все время в него попасть. И вот этот человек уже убегает, он тормозит видос. И все, как бы он нокается, а дальше ему просто-напросто нужно найти позицию для того, чтобы спрятаться от собак. Ну все, естественно, он лечится, для этого, кстати, нужно побольше аптечек, ну или как минимум залутать аптечки вообще где-нибудь здесь в радиации. Ну, в принципе, броня у него так уж сломана, по-моему, ударили буквально пару раз, у человека был пистолет. Но, кстати, у вас собаки, получается, эти гиены загрызут с трех тычек, то есть это дело реально опасное. Ну и аптечек, конечно же, для этого понадобится очень много. Патроны, в принципе, у него, думаю, нормальные вроде бы. Ну да, ржавые, конечно. Как он вообще кого-то убивает с них? Так, еще один человек. Этот уже с оружием, но почему-то очень сильно боится его. Хотя он играет ржавыми патронами. Смотрите, ложится, человек вообще ни разу не попадает. В итоге проваливается в бак и... все. Красиво, четенько. Ну, в принципе, с этого человека особо ничего не упало. Но этот человек успел залутать парочку ящиков. Ну, прикольно. Ничего не сказать. Ну, как видите, ржавые патроны. Сейчас он идет тоже лутать ящики, не знаю, почему за ним не бегают собаки. Ну, вообще, как бы, немножко странно, но, как видите, реально. Собак здесь реально нету. Ну, и, кстати, уже у него что, кончается место? Да, у него кончается место, потому что рюкзак у него тоже второго уровня. Ну, конечно, я не привык к такому управлению, это ужасное управление, но, как видите... Знаете, библиотека очень опасное место. Да и радийка в целом тоже. Но когда у тебя нет брони, приходится действовать по ситуации. Ну и как же залутать... библиотеку, если у тебя нет брони, хочется побольше лута. Сейчас я покажу вам, как это делается. Первый кейс открывается очень легко, потом бежим на улицу. За библиотекой, как обычно, находится одна собака. Да в моем случае почему-то их было две, ну, не проблема. Убил. Нормально ему. Так. А, ящик он не забрал. Да, получается так. По пути залутываем вот этот ящик, и если к вам прибежит обезьяна, не убегайте от нее, осмотрите ей лицо. Вскоре она отыгрится, но если она за кем-то уже бегала или ударила, все, уже вы так не сделаете. Потом подбегаете к стенке, где находится два кейса. Тут появляется кнопка «Открыть», и открываем два кейса. Так, нормально. Потом просто оббегаем. Старая фишка. Так, бежит, кстати, заметьте, собак почему-то опять же нету, хотя обычно целая стая бегает. Открываем по пути вот этот кейс. Нормально. Смотри, что делает. Вот это реально четкая тема. У меня почему-то, кстати, так не работает. Не знаю почему, но у меня что-то тупит.
Офигенно. Просто четко. Тупо забирает слитки. У вас слитка выпала, вообще отлично. Блин, реально, он даже эту штуку не залутал, мажор. Ржавку можно было, в принципе, бы выкинуть. А, ну все, тут все, надо бежать. Здесь у меня не получилось их отогреть, потому что их пришло две. Выбегаем. Всегда находитесь под бустом, потому что они убивают с двух тычек. Второй этаж долго и тяжело лутается. Тем более за вами, скорее всего, будет уже бегать обезьяна. Пока вы не захилитесь до фула, даже не подходите к кейсам. Так, один залутал. Нормально. Ну и все. Короче, вышло как-то примерно так вот. Ну, было реально прикольно, как бы... Да, он мог вообще с фул радейкой, получается, выйти, но... Конечно же, он сделал ошибку, пулемет у него вообще сломался в итоге. Ну и, короче, получилось так, что его загрызли. Ну да, как бы, в принципе, он мог уже и выйти, побежать уже на этот обычный баг. Ну и все бы было у него нормально. Ну, конечно, да. Конечно, да. Так, здесь он утлает радейку по второму разу. Это видео, ребят, я вообще еще не смотрел. Поэтому не знаю, что здесь будет. Но слитков ему, кстати, сыпет довольно неплохо. Интересно, интересно. Ну, радейку, кстати, у него лутать получается, потому что... Кстати, с него сняли шлем, смотрите. Он уже вообще без шлема. Ну, в принципе, он тут и не нужен, даже и ни капельки не поможет. Но главное, что делать все четко, и как бы вот вам лайфхак. Агрите вот так обезьян, просто смотрите им в глаза. Хотя, не знаю, у меня что-то не очень-то и получается. Не знаю почему, но... Вот эта вот тема, открывать эти три ящика за задней стороной библиотеки, в принципе, вообще четкая тема. Подходишь, лутаешь один быстренько, потом, пока тебя они еще не ударили, выпрыгиваешь и лутаешь уже вот эти вот два. Ну, считай, что четыре ящика уже залутаны. Тоже остается лишь выжить. Ну, как видите, собак, в принципе, он убивает, перезаряжается, но реально, опять же, их очень мало. Не знаю почему, но, в общем, как-то так. Тут, кстати, опять на него выбежит вот эта вот горилла. По-любому, да? Да, смотрите, она выбегает, и он смотрит на нее. Не знаю, куда именно нужно смотреть, но... По сути, точку вот эту нужно навестись именно ей на лицо. Ага. Нормально. Просто подходишь, лутаешь все эти ящики, ну и как бы нормально. Так, второй этаж, конечно же, сложнее. Но, опять же, смотрите, он смотрит в глаза и все. Все как бы реально очень просто. А, здесь он еще какую-то пушку находит, которая ему уже не нужна, в принципе. Снова смотрит на нее. Ну и уже остается залутать лишь все оставшиеся ящики. Тут, в принципе, обычные перемотки. Ну, конечно же, что тут умирать уже, в принципе, бегаешь от собак и отстреливаешь их. В принципе, тут все по-обычному и запариваться сильно уже и не нужно. То есть, почему она не агрится-то? Вот на меня бы уже эта собака налетела бы еще и 10 штук с ней вместе. Ну, кстати, он сам на нее смотрит. Кстати, у него пролагивание, поэтому качество видео будет реально не очень хорошее. Хотя мне интересно, по сути на него сейчас должна налететь какая-нибудь собака, это 100%? Или нет? Че, серьезно вообще? Так, здесь по сути собака, а что с ней? А в смысле, а как он это делает? А что происходит, почему собаки стоят? Так, вот это ладно, это хоть заагрелось. Но почему-то верхняя не заагрелась, не знаю, странно. Ну, что-то это работает. Не знаю как, но работает. Потому что подстроить, я думаю, это, ну, это нереально. Ну, а реально как? Ну, если что, есть какие-то идеи, какие-то предложения, пишите в комментариях. Посмотрим, что из этого получится. Снова слиточек, нормально. Но в этот раз слитков-то не очень много. Сколько у него слитков получилось? А, два слитка получилось и сколько? Пять чертежей, что ли? Он еще и ружейку решил полутать. Нормально ему? Это место вообще самое опасное, но почему от него убежала собака? Почему она убежала? Так, ну и все, в принципе, он вылазит через баг. Это второй раз, причем, как бы. Да, это он сделает в целый второй раз. То есть с первого раза не вышло, фиг с ним, он пошел во второй раз, и у него все получилось. Ну и дальше, в принципе, он залез, посмотрел что-то тут, ну и как бы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Ну, в общем, как-то так. Ну и вот так вот, в общем, видео у него заканчивается. Конечно, прикольно, реально. Уникальный случай, вот кто вообще так делал и у кого-то так получалось, пишите обязательно в комментариях. Посмотрим,
Может, кто-то из вас тоже таким занимался. В общем, на этом видео подходит к концу, как и у него, так и у меня. Ну, я, конечно, с вами не прощаюсь, завтра тоже будет видос. Ну, как не прощаюсь? Короче, не болейте, увидимся.